Должен ли мужчина принимать женщину такой, какая она есть? Мой муж должен меня принимать такой, какая есть. Если этого не происходит, значит, это не ненормальные отношения или там нет любви и так далее. А я вам, мужчины, буду раздавать советы, вас менять, учить, наставлять, что я классный, я классная. А ты это делаешь по отношению к мужчине? Принимай меня таким, какой я есть. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Знаете, часто слышу вот такое возражение, что «а чё вот женщина должна меняться? Вот чё я должна меняться, там развиваться, улучшаться, чтобы у меня были счастливые отношения или чтобы я встретила достойного мужчину?» Она говорит, да, «я считаю, что настоящие классные отношения – это там, где тебя принимают такой, какая я есть. И поэтому я ищу мужчину, чтобы принимал меня такой, какая есть, или мой муж должен меня принимать такой, какая есть. Если этого не происходит, значит, это ненормальные отношения, или там нет любви и так далее». Первое. Если ты хочешь, чтобы тебя принимали такой, какая ты есть, убедись в важном пункте. Принимаешь ли ты мужчин или мужчину, или, может быть, в прошлых отношениях ты принимала мужчину таким, какой он есть. А ты это делаешь по отношению к мужчине? Или тебе кажется, что, пожалуйста, вы меня принимаете такое, какая я есть, а я вам, мужчины, буду раздавать советы, вас менять, учить, наставлять, рихтовать, корректировать и так далее. По-моему, это несправедливо. И это, мне кажется, одна из причин, почему такие девушки и женщины не встречают, им сложно встретить достойного мужчину в своей жизни. Или же построить классные отношения с мужчиной. Следующий пункт. Давайте по-честному. А кому мы нужны вот такие, какие мы есть? Мне кажется, нашим бабушкам и дедушкам. Даже родители нас не всегда принимают такими или не всегда принимали такими, какие мы есть. Но зато бабушка вас любила такой, как вы есть. Бабушка вас кормила, и даже когда ты была полненькая и набирала лишние килограммы, для бабушки это было нормально. Бабушке не важно, какая ты, как ты одета, как ты говоришь, развиваешься ты или не развиваешься. Бабушка тебя принимает любой. А если говорить про мужчин, еще мужчин военкомат. Да? Бабушка принимала таким, какой он есть, и военкомат. Мы живем в реальной жизни. И, безусловно, ты можешь встретить мужчину, который тебя примет, вот как ты есть, без стремления к развитию. Но вопрос, какой это будет мужчина? Если ты ориентирована на то, чтобы у тебя были отношения, которые развиваются. Если ты ориентирована на то, чтобы возле тебя был мужчина, который стремится к развитию, который говорит, принимай меня таким, какой я есть. Тогда тебе следует быть в этой же парадигме, к пониманию, что да, я принимаю себя такое, какая есть. Да, я себя ценю, люблю. Да, я считаю себя достойной. Я считаю себя ценной, но это не повод не развиваться. Это не повод не стремиться к большему. По моим наблюдениям, успешные действительно люди, успешные, преуспевающие, действительно счастливые, они не считают себя идеальными. Они знают о своих недостатках, о своих недочетах. Они не считают себя совершенными. И они всегда открыты к развитию. И часто, наоборот, бедные люди, несчастливые люди, они считают себя, что я классный, я классная. А вот все остальные, там, государство, президент, другие люди, другие женщины, другие мужчины, они какие-то не такие. Поэтому резюмируя, если ты хочешь, чтобы мужчина тебя принимал такой, какая ты есть, пожалуйста, научись тогда мужчин принимать такими, какие они есть. Либо же, если ты хочешь мужчину, чтобы рядом, который стремится к развитию, пожалуйста, тоже следуй этой парадигме. И важно понимать, что если ты хочешь, чтобы мужчина развивался как мужчина, убедись, что ты развиваешься не только в бизнесе или карьере, не только в каких-то хобби, а еще и как женщина, прокачиваешь себя как женщина. И тогда я 100% гарантирую, что у тебя будет отношение, которое ты действительно заслуживаешь. Если для тебя важно еще больше разобраться, как прокачиваться как женщина, разобраться, что же есть, как же понять этих мужчин, как строить по-настоящему счастливые отношения, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!